Стрекоза, бабочка. Кто еще есть? Червяк? Достоевский. Федор Михайлович Достоевский, если не ошибаюсь. Ну, я тебе потом расскажу. Так, давай знакомиться. Как зовут тебя? Илья. Илья, я задаю тебе 6 вопросов по литературе. Отвечаешь правильно на 6. И я тебе даю подарок. Наушники беспроводные. Они у меня в рюкзаке. Mm-hmm. Я здесь не показываю тебе, потому что у нас контракт с ними не подписан. Мы за кадром дарим. Ну, надо ответить. Камера все фиксирует. А давай, что по литературе было? Вообще всегда была спорная оценка. В зависимости, если учу, то 5. Если учу, но плохо, то 4. Если не учу, то 3. То есть... Ну, как и у меня, да. Я вообще не учил, у меня просто кол. Вот, ну, у тебя получше. Хорошо. Кто написал произведение «Отцы и дети»? Достоевский. Федор Михайлович Достоевский, если не ошибаюсь. Хорошо. Я прав или нет? Ну, я всем говорю, что да, ты правильно отвечаешь. Угу. Дальше погнали? Да. Хорошо. Так, как звали мистического кота в произведении Булгакова «Мастера Маргарита»? Ой-ой-ой. Я только помню там персонажа Воланда, и все. Кота не помню. Нет, не вспомню. Ну, подсказываю тебе, есть такое крупное животное. Крупное животное. Оно водится в России? Ну, думаю, есть в России, но я не встречал, в Брянске точно нет, в Москве, может, в зоопарках. Уверен, что в зоопарках есть оно. Большое, крупное, опасное, как бы, ну, желательно не подходить. Не медведь и не лев. Ага. Но на уровне стоит оно. Какая-нибудь гиена, может быть? Нет, побольше, чем гиена. Это из кошачьих или... Нет, это из морских, наземных, вот такое, она и там находится спокойно. Затрудняюсь ответить, не скажу. А им бросают в рот большие арбуз. Дельфины, морские котики, морские касатки. Касатки. Ну, я вот думаю, когда же ты скажешь это? Ладно, давай следующий вопрос. Так, кто автор строк «Умом Россию не понять»? Есенин. Есенин. Как имя, отчество? Сергей Александрович. Ну, пускай будет так, я не знаю. Пускай будет так. Хорошо. Следующий вопрос. Героем какого произведения был Андрей Болконский? Андрей Болконский – это «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. А вот здесь ты не ошибся. Это очень приятно. Это очень здорово. Так. Его знают почти все. Он был художником, поэтом, музыкантом, доктором, путешественником и космонавтом. Кто же он? Самый легкий вопрос, на самом деле. Это очень легкий вопрос. Ладно, я вижу, ты немножко, ну, не знаешь, да? Да. Это был такой мультфильм. Все смотрели в детстве, прям все смотрели. Ну, мы встретили девочку недавно, она не смотрела. Но это очень странно. Ну, ты 93-го? Нет. Какого ты? 4-го года я. Ты просто 4-го? Нет, 2004-го. А, ты 2004-го года. Да. В смысле, ты тебе сколько получишь? 16? Да. Я думал, тебе 86 приблизительно там. Что это такое? Мне 30, брат. Мне вот 16. Вот. Что это такое? В смысле 16? Ну, вот так вот бывает. Внешность порой бывает обманчива, на самом деле. Что? Ну ладно, хорошо. Думаю, ты смотрел его по СТС. Может быть, по другому каналу. Почему их здесь так много? Есть. Он, я тебе рассказываю, он случайно полетел на Луну. Лунтик. Единственное, что у меня приходит слово, это Лунтик. Но я знаю, еще был мультик, тоже связанный с Луной, по-моему. Ладно, нет, не Лунтик. Он случайно полетел на Луну это... с другом. С другом он сел в бобы, вот, в мешок. Да, я помню этот мультик, я смотрел его, но вот это очень тяжело будет вспомнить, что это было в детстве. Когда мне было, там, не знаю, лет 7-8, это очень тяжело. Ну хорошо, будет. Он полетел на Луну, что он там нашел? Еще одну потайную землю, так сказать. Ну там, внутри Луны была еще одна, как бы, живая стихия. Ладно, подсказываю, у него была длинная шляпа. Это я тоже помню. И, по-моему, если не ошибаюсь, у него были рыжие волосы. Рыжие волосы, веснушки были. Да. Ну блин, ты все знаешь, все, просто имя. Незнайка здесь не подходит. Кто? Незнайка. Почему не подходит? Незнайка? Ну, Незнайка на Луне. Да?
Да. Значит, мой ответ «Незнайка». Все верно. Дальше. Какое насекомое лето красное пропело и потом пошла за помощью к муравью? Лето красное пропело. Если перечислять так, то, в принципе, можно и догадаться. Нет, нужно знать. Ага. Ну, приблизительно. Лето красное пропело, оглянуться не успело, и зима тут как тут. Я не знаю, что там дальше. Давай, дать варианты. Да. Если можно, вот 2-4 варианта ответа. 4 варианта. Блин, ты меня напрёк сейчас. Ладно. Стрекоза, бабочка. Кто еще есть? Червяк. И пускай будет муравей. Стрекоза. Стрекоза. Какая она была? Стрекозная. Стрекозная стрекоза. Хорошо. Как думаешь, сколько вопросов подзавалил? Много. Вопроса 3. Да, все так, ладно. Задаем вопросы для ТикТока. Здесь уже другая тема. Даем шоколадку и все можно будет. Математика сейчас. 17 плюс 5 равно 21 или 21? 17 плюс 5. 21 или 21? Подожди, сейчас. Через А или через О? А или вообще О? 12 получается. Вообще 22 получается. 12? 22 получается. 22, да, все правильно, молодец. Как раньше называли город Санкт-Петербург? Ленинград. Город на Неве. Или это... Нет. Ну, вот так. Хорошо, следующий вопрос.